Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, с вами Ультрест, и сегодняшней темой видео является мой вопрос к моим зрителям. Так уж сложилось, что у меня есть некоторое количество свободного времени, которое я могу тратить по собственному разумению, и также есть некоторые мысли по поводу расширения этого канала. И я решил попытаться сложить 1 плюс 1 и обратить свои взоры еще на какую-нибудь мобильную игру. Понятное дело, что Azurlane никуда не денется, его будет столько, сколько и было раньше, но хочется время от времени привносить себе какое-то разнообразие. Поэтому я бы хотел спросить вас, мои зрители, какие мобильные игры вам нравятся, что вы можете посоветовать, какую игру вы хотели бы видеть в качестве каких-нибудь новостных видео, может быть, гайдов. Понятное дело, что это будет не по щелчку пальца, и может быть игра мне не понравится, тут никаких гарантий нету, но все-таки хотелось бы иметь еще что-то, какой-то проект, на который, в принципе, не жаль потратить время. Но, понятное дело, одно дело проекты, на которые не жаль потратить время, а другое дело проекты, которые никто смотреть не будет. Так что я хотел бы, чтобы это как-то в какой-то мере совпало. Понятное дело, я не гарантирую, что вот все, что вот вы предложите, прям вот во все переиграю, прям по всему сделаю видео, конечно же нет. Я выберу, скорее всего, один проект, времени-то у меня все-таки 24 часа в сутки, мобильные игры весьма прожорливы в этом плане. Но все-таки один проект, хотелось бы еще что-то иметь помимо Azurlane. Желательно, чтобы эта игра была в анимешной стилистике, потому что она мне банально нравится. Компьютерные игры вы, конечно, можете предлагать, если хотите, но, понимаете, компьютер у меня все-таки... Я могу поиграть почти во все компьютерные игры, которые вышли, но записывать видео, монтировать, и чтобы это было в хорошем качестве, у меня не выйдет. Так что давайте будем реалистами и рассматривать мобильный гейминг. В принципе, это все, что я хотел спросить у вас. Большое спасибо за ответы, заранее говорю. Увидимся в следующих видео.